Так, доброго ранку всім. Багато питань, багато тем. Тому продовжую свої влоги. Дуже важливі, дуже цікаві, старічні і почну з війни, як завжди. Взагалі, продовжую я хворіти, сподіваюся, що це все вже завершується. Таке було А, ну, на кнавті пристрастився. І вчора цілу добу виходив з цього стану. Ну, я не знаю, мабуть, як у наркомана такі ломки були. Ну, перетерпів, на ніч випив Темполгіну і вже бож... более менше. Так, поїхали. Противник окупував три населені пункти в районі міста Верноград, Миколаївку, Красний Яр. Крутий яр. Це я зачитую Діпстейт. На сьогодні можна прослідкувати певну тенденцію, що росіяни вперлися в позиції у вигляді вопів та інших інженерних фортифікаційних споруд, але частка з них підготовлена не достатньо Часка розташована абсолютно безглуздо. Тож основний успіх стримування лежить просто на плечах наших відважних бійців. І що він ще пише? Е, дуже часто успіх проявляється у застосуванні тактики обходу місця, де противник зустрічає спротив. Между этими населенными пунктами э, либо плохо сделанный ФС, и все держится на героизме, а героизм на войне это очень плохо. Либо, либо между населенными пунктами вообще нет ФС. То есть они упираются в населенный пункт, вот как населитово, и понесли там потери, и видят, прощупают всякими БПЛА, что у нас... Э, оборонных линий имени Кривоноса. Ну, Кривонос же этому Любарскому своему дружку говорил о том, что там есть ФС, и хорошие, и бетонные, и жботы есть. Но людей не выстачает. Да людей может и выстачает, а там воевать невозможно. Можно в студии в Киеве давать интервью Любарскому говорить, что там все есть. Нема ничего. И они поэтому аккуратно обходят. Или, например, ту же самую эти три населенные пункта, Миколаевка, Красный Яр и Крутый Яр, они зашли, это перед э, Покровское направление. Потому что там вообще ничего не готовилось. Вот просто не готовилось. Уже выбрали наспех следующий плацдарм, там, где есть какие-то преобладающие высоты, и ушли просто. И все. Это говорит о том, что ключевое направление у нас, ну, с рака-парака. Так. Возьму. Продолжение темы по э, ПВО Патриот. Э, ПАК-3, ПАК-2. ПАК-1 уже не выпускают. То не зря много характеристик его делается в составе дивизиона. Если ИРИС старается сейчас сделать РЛС для работы автономной, такой кочующей батареи, с круговым обзором 360 градусов, благодаря новым радарам, то у патриота есть этот эта пята, этот радар. Э, я уже не помню его по, по, по 64-й, 54-й. Для, для этот 64-й. Э, он улучшен на его дальность, улучшен на его обзорность. Но он работает в градусе, когда идет бой, да, он идет, работает в диапазоне 90 градусов. Все. Что россияне для этого могут делать? Они могут делать, находят, наносят удар по фронтальному расположению радара, они это видят, туда летят ракеты, начинают пусковые работать. А боковой удар делает по самому важному, а самое важное это пункт управления и радар. Там же потом еще ретранслятор стоит и генератор мощности. Пусковые то такое, ну, не сильно дорого. И старается поразить. То есть, если у человека поразить головной мозг, то организм не будет функционировать. Так они сейчас воюют. Почему у нас нет никакого протокола? Ну, разгильдяйство полное. Потому что у нас ключевые патриоты стоят в глубине страны. Туда БПЛА разведчики не долетают. А возле, ну, в, районе там, 200 километров от ЛБС протокола безопасности нет никакого. Куда может долететь Российской БПЛА, там, где у них уже появляются глаза. Вот и все. И вместо того, чтобы орать этим перепуганным э, <соспорядок> пресс-секретарям службы ПВО о том, что нужно расстрелять за залуж... ой, за ужную без углу, Опять она все сдала. Нужно сделать выводы и научиться безопасно работать уже в зоне не Киева, куда БПЛА не долетают, а работать в зоне. Того же самого Днепра. Это совсем другой, другой протокол безопасности. Какие меры должны быть, я их обрисовал. Не надо ни на кого тыкать. Надо говорить, что вы получили помазам из-за разгильдяйства халатности преступной. Вот и все. <звук> угу. Безуглая что-то там рассказала. Российские телеграм-каналы все это крутят. До копейки. Если бы мимо тебя, например, мимо меня пролетели эти три ракеты, визуальное видео, как они, ну, как они, он ну, слышал, как они бились, то я понимаю, что то, что описывают россияне, оно все таки копейки правда. И вы там стопудово потеряли ту РЛС уже. Потому что это прибор очень чувствительный к поражению. Они вас просто переиграли. У вас, если вы в Киеве работаете, вот это же все тема патриота, она как обозная группа воюют в составе дивизиона. Дивизион становится по кругу и они держат оборону. А здесь совсем другой вызов. Вы можете защищать только на этих 90 градусах зону и все. Поэтому вы должны продумывать методы безопасной работы. У вас есть подразделения, которые патрулируют воздух? Нет, у вас там должны 24 на 7 летать там эти анализаторы, которые работают по БПЛАС малая типовая сигнатура. Избивать их за 1500 долларов БПО этим, да, А вместо этого вы ищете врагов в виде той безуглой. Идиотизм. Продолжайте потыкать пальцем на безуглую, как колхозники коммуниста. А вам будет прилетать, прилетать и прилетать. Они вас второй раз уже сделали за полгода. И вы теряете оборудование, которое стоит полтора ярда. Его нет просто. Вы новое не сделаете. А это из-за того, что они булки расслабили. Внутри страны по одному это работает, а возле ОБС это по-другому. Вы вообще должны делать засады сейчас с помощью мобильных патриотов рисковать на запорожском направлении и на харьковском. Но это не делайте. Вы стали в широком поле фиг знает где и сидите чаи гоняете. Ну догонялись. А росіяни вас накуканили. Нормальний суперкам в тихаря, Це з такой ПВО, как у нас, если отсутствием ее. Він може до 400 км в одну сторону пролететь, всі дані, вас кокнут, і все. Ворог дипстейт. Э, Ворог продавив лівий фланг Курського групування Сил оборони України. Вкрай жахливий день в районі Нової Іванівки. Вступати в бій довелося артилеристам та дронщикам. Ворог за останній час тягнув чимало техніки та живої сили. Так. Курське угруповання наших військ це великий в з відповідною взаємодією, ну, тобто з отсутствием Я бачу вас як перший раз. Підсумовую, что мы на порозе черговой халепы через повторение помилок. Ну, там ни ФС нет, ничего. Территория сдается местными по мобилке. Ну, они, граждане Российской Федерации, имеют на это право. Ну, мы получим очередной коллапс имени Зеленского и Сырского. Владимир Александрович, пора давно мази включить. Все, что я говорю у Романенко, оно до секунды сбывается. Это я говорю почти два года назад меня такие, как ну, великий друг Путина и российского народа, некто а. Арестович, которого крутит с утра до вечера большой друг украинского народа Романенко и Фегин, они ж меня тем называли, ипсо Кремля. Так я в окопах пролежал, прогнил не один год, тут здоровья нет. Никак не могу от РВ этого долбана выдаваться. А это на помажении истоты. В красивых чистых трусиках. Он же когда называл меня Ипсо Кремля, он на следующий день его сфотографировали он в лаунж-зоне какого-то в конче засп элитного комплекса лежал с девочками. Трусики свои показывал. Так. Ну, так вот мы ждем Халепу. Халепу, да. У меня был такой керевник. У него была фамилия Халепа. Да, у нас такие есть призвища. В России у, у, в, в язнице померла украинская журналистка Виктория Рощина она была молодая девушка умерла на этапировании из Таганрога в Москву представьте какие не люди представьте что они творят даже с женщинами ну вчера смотрел как губернатор Забайкалья прямо на камеры там пять камер стоит и женщина Елена Шляпина начальник лесничества, докладывает о пожарах, и он стоит, и вынимает козу и вытирает об нее, да. Ну так нежно, как по-отечески. Еще видео видео, как, по видел, видел, как э, учитель э, как, семиклассница, да. И учитель, ну, такой же дядька, по-моему, -по постарше меня. Тоже ее так по-отечески гладил по ягодицам, ну, с, с заходом туда пальца, что э, Ну, я так свою жену не глажу да, вот видите, какие у них учителя. Как говорит Тамара Дельман, не трогайте русских учителей. Нет, конечно. А козы вытирал вообще просто. Губернатор края. Представьте, какая у них шикарная публика, да. Пишут: Россия заманивает 22-летних девушек из Уганды, Руанды и Срая Леоне для сборки вала богу дронов. Да их не надо заманивать, они нищие. Они за 5 долларов горобца и в поле загоняют. Там вся Африка в очереди стоит, чтобы поехать собирать эти шахеды. Вот не надо просто предписать. Я-то в этой Африку исколесил и вдоль и поперек. Ну, еще чуть-чуть об этой удивительной стране, как Российская Федерация. Не тюрьма народов, рай для Путина и его отребья. Властелин Чечни сообщил, что его хотят убить. Ну, в общем, там же это, это идет по маркетплейсу этой кореянки драка. И он объявил газоват или кровную месть Керимову Сулейману. Барахоеву и депутату Резвану Курбанову. Медицинская пауза была. Выбачаюсь. Вот видите, у них такое государство, что глава республики сенатором от других республик объявляет кровную месть. И вот это же Бастрыкин, они как вот эту нашу девочку, журналистку, запытать до смерти. Так они могут. А как этому чеченцу сказать, что ты нарушаешь уголовно-процессуальный кодекс кхе, современный, страны, э, ну, 21 век все-таки, то никто не удосужился. Больше все тише мыши кот на крыше. Но я хочу посмотреть на это. Кстати, по вот этим наркоманам, что валяется на улицах, там одна женщина русскоязычная шва рассказывала, то это много ветеранов с войны приходят, ну или вооруженных сил США, и потом э, живут на таких улицах. От какой бы ты войны ни пришел, держи себя в руках и наоборот, будь образцом для общества. Из хорошего. Вчера слушал одну передачу с Россией связанную. И там говорят о том, что у них вот эти ремонтные заводы, которые выпускают танки, переборки. То им даже Т-64 раньше привозили по службе рау, резерв первой категории. А сейчас перевозят не пустой. И эти танки надо не просто как раньше там доукомплектовать чуть-чуть рембаза и все. Ремкомплектом. Нет, сейчас надо его заново делать. Ну, я такие кладбища видел, например, в Николаеве. <coughs> там, где 79 стоит, у них там возле речки НГУ этих у нас коробок стояло. Ну, сотни, я не знаю, может тысячи. БТРов 70-х и Т-64-х. Читал там э, Начальника штаба Зова возмущения Что им передают скудное вооружение Ну, когда ты критикуешь э, Ставку, то понятно, что Они все придумают для того, чтобы ты Получал самое хуй, хуй, плохое оружие Худшее Так ну, мы там попали в Майкопе, что-то там дымит, горит. Ну, такое впечатление, что мы не по БЧ попали, а мы по нефтянке попали. Там спасибо подписчица мне написала про этот город Кельце, да, Кельце польский, когда в сорок седьмом году поляки убили почти там 47 евреев и 50 человек тяжело ранили. В этом принимали участие и сотрудники полиции польской. Правда, там 9 человек были наказаны, осуждены. Вчера, кстати, было видео, мы посмотрели, как парень наш подрабатывает в Юбере таксистом. И поляки отказались платить. Он сказал, что я вас не повезу без денег. То они его начали избивать. Ну, это как бы мне понятна ситуация. Потому что я когда-то шел, я же рассказывал, шел по центру города областного, возле Ужонда, это мэрия. И они услышали русскую речь, и они выпившие были, три поляка, большие, молодые такие, лет 19-20, но они хотели меня избить, да. Так, и она мне напомнила эту историю, кельца, да, и хочется сказать, что был у нас еще такой руководитель в Полесье и в районе Волынии Э, лидер сопротивления, он купа не принадлежал, они там себя по-другому называли. Украинская освободительная армия это Бульба-Боровец. У него был отряд до 1000 человек. Э, вначале, вначале ему помогали, финансировали это все немцы. Но потом, когда СД приказали расстреливать евреев, он отказался. Отряд был расформирован. Потом он сам на свои там, ну где что спрятал, создал новый отряд. Их 300 человек. И начал бои в 1942 году примерно с немцами. Он воевал как против немцев, так и против советских партизан. И я уже не помню обстоятельства, по которым он в 1943 году был арестован. Э гестапо, и Его отправили в концлагерь Зайзенхаузен. И там он сидел. Ну, важный момент, что у него были конфликты прямо, правда, и с э направлением. Ун. А потом они, в принципе, Бандера, Мельник и Боровец сидели все в соседних камерах в Зайзенхаузене. Вы такой истории как Яневский, говорит, что они там сидели чуть ли не в курорте, и им там с утра приносили бутерброды с маслом и кофе бразильский. Жалко, что Яневский хомяк не посидел в Зайзенхаузене, в хорошем бараке. Много слушал про иезуитов ну, книг религиозной тематики. Именно людей, которые занимаются теологией. Что хочется сказать, это о том, что рассказывается о периоде, когда протестанты англосаксы 200 лет травили Китай опиумом. И в этом активно принимала участие англиканская церковь. То иезуиты стали на защиту китайцев, осуждали эти действия этих намольных протестантов, и поэтому в Китае они, уважаемые люди, и имеют приходы до сих пор. Мало Цзэдун их там чуть пошугал, а сейчас наоборот даже иезуиты в Китае расширяют свою пасу. Кстати, они довольно-таки неплохо зашли в США. У них неплохие успехи. И по созданию транснациональных корпораций, таких как, э, та же самая, этот, э, э, ну, самые крупные фонды, которые, ну, Bank of America, он связан с изуитами И BlackRock, например, президент США, Кеннеди, он выдвигался иезуитами, иезуитами, к иезуитам также имеет отношение Джо Байден. Поэтому у них там все как бы нормально. И Папу Римского крайне же он уже изуит. Так, и по поводу еще патриота хочу сказать, что его ж можно разносить не так, как они ставят компактно, что их легко выслеживать. Его можно разбрасывать. То есть от ретранслятора и штабной машины управления э, по периметру можно разносить пусковые и радар э, на расстояние по радиусу 10 километров. Самая лучшая оборона это обозного типа, по круговой. Да, чтобы радары захватывали эти 90 градусов и держали весь периметр. Но это при условии, что ваша ракета летит э, там на, на 5 э, махов. Очень интересная тема. Смотрел вчера передачу. Хочу с вами поделиться. Это иностранцы, которые поверили в социализм в России. И ехали с таких стран, как Швейцария. С таких стран, как США, Канада. И было огромное переселение. В общем, с этих стран довольно-таки развитых приехало 120 тысяч примерно. Еще гражданская война шла, они уже сюда ехали. Например, в Симбирске была большая колония швейцарцев, в Тамбовске – американцев. Так вот, что хочется рассказать. И была такая крупная эмиграция финнов с США. Финны из Бостона, с Квебека, с Торонто ехали жить в Советскую Карелию. Ну и купились на эту ерунду. Один из тех, кто организовал эту тему, был сподвижник Ленина, он сначала, когда, потому что, получается, был вот этот большевистский бунт в Финляндии, когда их разгромил Маннергейм, одни убежали в Россию, а другие убежали в Швецию. И в Швеции писал такой человек, как Отто Вильгельм Гюлинг, и он предложил создать эту красную большевистскую Карелию. Ленин его услышал, выделил под это бюджет маленький, и Гюлинг создал, получается, агентство в Нью-Йорке, которое агитировало Афинов со всего мира, из Северной Америки, переезжать обратно, ну, расписывал, что там рай на земле в Карелии. У них ума хватило, они уже многие были обжиты, были дома с отоплением, машины, и они это все продавали, и ехали в Советскую Карелию. Кроме Гюлинга, еще был у него дружок Густав Семенович Ровио, ну, Куста Адольф Ровио. Он тоже занимался этим всем движением. Он был один из лидеров ВКПБ Карелии. Потом их, этих обоих сказали, что они перевозили с США финнов агентов в Кремля и их расстреляли на полигоне Коммунарка. Был проведен 16-й съезд ВКПБ, который разрешил въезд в страну, увеличить квоты для финов со всего мира. Например, финов сейчас в США живет почти 700 тысяч диаспора. Большая для маленькой страны. Активно, повторюсь, работал комитет вербовки в Нью-Йорке. Рассказывали, какие тут цветут сады. И это в истории... В книгах отражена как э, корейская лихорадка 1932 года. Правда, были финны, которые приезжали, хватались за голову, вспоминали свое шикарное жилье в США и в течение двух месяцев уезжали. Кто не уехали, треть была расстреляна потом, потом началась кампания 1934-1935 -го, -го года по расстрелу врагов народа финнов. И тех, кого не расстреляли, большую часть сослали в каменноомне на Гувах. Один из руководителей, который занимался геноцидом финнов, которые приехали из США и Финляндии, это был Карл Якович Теннисон. Он сам из Латвии. И и Теннисон, в общем, сделал очистку, расстрелял много финнов. Потом, ну, Сталина была такая технология. Потом Сталин рассказал, что это во всем виноват Теннисон, что он столько расстрелял финнов. Его вызвали в Москву, обвинили, что он агент латвийского подполья, олигархического, и расстреляли. Весь этот геноцид они делали на полигоне лесном урочище Сандармох, и вот недавно что-то Дмитрий в историях делал раскопки по этому Сандармогу. Он находится в 19 километрах от Медвежья Горска. Это в Карелии. И Дмитриева нквд арестовали, потому что они знают, что они там творили. Приписали ему педофилию. И сейчас этот пожилой человек сидит в тюрьме, потому что он сделал раскопки по финской трагедии Сандармоха. Но там кроме финнов и других расстреливали, не только финнов. Там были созданы эти стройки по расстрелам. Руководил тройками Петр Алексеевич Андреевич Ирклис. Его тоже расстреляли в том 1937 году. Когда Теннисона расстреляли, то вместо него прислали Степана Тарасовича Матузенко в Винницкий уезд Подольской губернии из Винницы. Этот Манюзенко, Матузенко, украинец, вообще отличался там топ-зверствами, расстрелял 5000 человек вместе с этими Финами, и Матузенко в 1940 году тоже расстреляли. И мало того, по Матузенко была апелляция, и эту апелляцию сказали, что его правильно расстреляли. Даже коммунисты сказали, что таких надо расстрелять, как этот Матузенко. Ну, а кто выжил, их в основном отправляли в ГУЛАГ. В это время второй был, финский был, ну, играли в демократию. Изучали русский и финский в этих селах и в маленьких городках. Это в основном было в районе Петрозаводска. Сейчас я открою скрин и делал письма, которые писали Калинину, жалобы, финны, которые не знали, что они враги народа. И хочется прочитать вам эти письма. Рекламная пауза. Это выдержки из книги. При отправлении кораблей, когда они ехали туда, обратно в Карелию, из Бостона, люди кричали «Ура!». Кстати, 7 тысяч финнов состояли в коммуни... рабоч... э, социалистической партии США. Кричали «Ура!», пели «Интернационал». То, с чем они на первых порах столкнулись с Карелии, стало для иммигрантов культурным шоком. Жизнь в грязных, холодных бараках, кишащих насекомыми, по 5-6 человек в комнате без всяких удобств. Один умывальник на три барака. Безобразное, непривычное питание отсутствие медицинской помощи. Ну, в США им плохо пожилось. Камнем преткновения для многих становилась их странная, э, э, на их взгляд, организация производственной деятельности. Они с собой везли из США бензопилы и все остальное такое. Нехватка материала, оборудования, постоянный простой, бесхозяйственный, диктат начальников и полное отсутствие какой-то культурной либо спортивной жизни. Они уже в США привыкли играть в бейсбол, требовали, чтобы им дали биты, и они играли в бейсбол. Словом, примерно 1300-1500 североамериканских финнов сразу же покинули Карелию. Это начинается уже репрессия. Одновременно с этим следователи с помощью своих помощников стали применять ко мне физическую силу. Это он пишет письма Калинину, человек. Меня били, пинали, разорвали брюки, мышцы бедра. На последние сутки я потерял сознание и человеческий рассудок. Мои руки крепко связали веревкой сзади за спину, за ноги, за, за стол и стул, э, на котором я сидел. Во всем теле я чувствовал сильную боль. Умолял развязать веревки, но в ответ меня опять били и пинали. Председателю Калинину МИ от ЗЕКа Тапа Прошу обратить внимание на мое заявление. Он думает, что он в США находится. 4 апреля меня арестовали в собственной квартире в городке Пудаш. На допросах меня обвинили как шпиона финских лахтарей. Прошу заметить, что я был инвалидом от рождения. Меня заставили стоять с больной ногой четверо суток. В конце концов, я не смог стоять, так как стоял, собственно, на одной ноге. Временами били по лицу и ругали. Иногда я терял сознание. Боясь смерти, восьмого того же месяца, в 24 часа, я решил бежать. Встал на обе ноги на землю, хотя при этом почувствовал, как будто нога полна его решил покончить с жизнью и, или быть убитым, а потом он побежал. Меня начали стрелять, ранили в живот, после этого меня раненого долго били ногами по всему телу, затем положили в сани, а сверху на меня сели шесть человек. Это они ему оказали первую медицинскую помощь. Привезли в тюрьму, где избиение продолжалось, затем бросили в угол. На следующий день только около 10 часов утра <coughs> перевязали мою рану донос который пишет этот же Матузенко на Гюлинга, коммуниста Гюлин через специальное созданное переселенческое управление пополнял вражеские ряды завозом из Канады финно-американцев такое мероприятие мотивировало с отсутствием в Карелии квалифицированной рабочей силы для лесных разработок из Канады финны пребывали собственными автомобилями пишущими машинками, валютой и заданиями иностранных разведок. В общем, вот я вам рассказал такую удивительную историю, когда 120 тысяч идиотов поверили Советскому Союзу и приехали сюда жить. Они участвовали в тут в квакерских движениях, кормили малоимущих, развозили еду, но потом с ними свели счеты. По Ватикану продолжаю там, ну, слушать книгу, когда духовенство Ватикана осознали, что людям в глаза бросается если не русская, что они мультимиллиардеры, они сделали такой социальный продукт при помощи иезуитов, как вторая инициатива мирян ватиканская. Это предусматривает ослабление духовенства как господствующего социального класса. Ну и эти же темы, когда папа целует ноги, моет, это для того, чтобы не, убегало, не убегали донаторы с их YouTube-каналов. Я ж напоминаю, что я рассказывал про этого э, с, с Вильнюса надзирателя, который США присматривал за папами, который вел Банк Ватикана. То там же и торговля оружием, и наркотиками, и мафия, и когда какой-то папа вышел из-под контроля, то он пил чай и быстро умирал. Интересную тему смотрел э, про э, уроженцев один из Украины с буковины Алекс Олег, Олег Шнайдер. Это же как то на Вахаске понаехали уехал э, в США, не в Канаду и стал миллиардером. Состояние его больше полутора миллиардов. Много бизнеса было в России, в Украине. Выдел э, за с моим, ну, вместе тренировались, Дворецкий, Игорь Дворецкий такой был, сейчас живет в Лондоне, с моего города, Роза, мама Роза Дворецкая была на Баглее жили, <coughs> мастер спорта СР по боксу, и рассказывается, ну, слушал интервью этого человека, э, Александр Радунский, он сам с Минска уехал, в общем, познакомился с этим Алексом Шнайдером. И это тоже Александр Радунский начал с нуля, уехали нищими бедными. Хотя здесь прифорсовывал. Его папа был знаменитый Михаил Радунский, игрок Динамо Минск. А он такой был, мальчик, ну, в карты играл, форсовал. Когда приехали в США, то у них вообще ничего не было за душой. Ходил, собирал, например, нужно было на чем-то спать, сняли самую дешевую квартиру. Говорят, там с какого-то отеля выгружают старые э, кровати. Если ты все кровати выгрузишь, тебе подарят два матраса. Вот так, говорит, мы квартиру обставили. Работал грузчиком, ну, была жил как предпринимательство начал, Когда начал распадаться СССР при Горбачеве, он начал возить первые машины в Минск. Потом начал в Минск, в Минск возить все что угодно со всего мира. Заработал неплохих денег, стал генеральным представителем Филипп Моррис в СССР. У него стал оборот фирмы полтора миллиарда долларов. Вышел на уровень дружбы с сыном, с внуком Бориса Ельцина. Внука Бориса Ельцина он назначил. Они выкупили команду Формулу-1 вместе с Алексом Шнайдером Жордан и техническим директором назначили сына Бориса е... внука Бориса Ельцина тоже Бориса. И он стал одним из спонсоров Кремлин Кап-турнира по теннису. Вот так он, в принципе, и с нуля раскрутился. Он сейчас такой дядька скромный, по Чикаго ходит во Вьетнам как в Шортиках. 66 лет, прекрасная форма. Простой в общении без всяких понтов. С удовольствием послушал. А Алекс Шнайдер с Трампом построили э, Трамп-центр в Торонто. Ну, там судебные тяжбы постоянно какие-то идут. Но этот центр стоит в центре Торонто. Для любителей спорта начался шикарный сериал НБА. Шикарный. Просто рекомендую всем. Называется Первая пятерка там такой интересный момент есть. Человек фанат баскетбола стоит возле Мэдисон Сквер Гарден, а там играет Панарин, звезда НХЛ. И он у темнокожего спрашивает этот парень, ты знаешь Панарина? Он говорит, я не знаю Панарина, да. Ну, и я, я знаю баскетболистов. Ну, там, видите, там каждый болеет по своим интересам. Там рассказывается о лидере Бостона Тейтуме. Там, получается, про пять самых знаменитых баскетболистов NBA рассказывается их нежизненная история. Ну, вот Тейтом, он из семьи баскетбольной. Его двоюродный брат тренирует в Лос-Анджелес Клиперс, по-моему. Папа играл в баскетбол профессионально, хотя он бросил их с мамой. И Тейтом, вот он был фанат Коби Брайана. И учительница поделился с учительницей, говорит, я, я хочу быть таким ну, первым номером НБА. И учительница сказала, рассмеялась ему, глаза сказала, не смеши меня, будь реалистом. Ну, хватит фантазировать. Он пришел к маме, расплакался, мама его обняла, поцеловала и сказала, что, сынок, верь в себя. И сейчас Тейтум, он двукратный олимпийский чемпион по баскетболу и чемпион национальной баскетбольной ассоциации того сезона. Да, и звезда НБА Тейтум. Он, получается, вот с молодости, рассказывает его тренер, мама принесла последние деньги, отдала, чтобы он только его тренировал. И он говорит, он уже имел статус звезды в студенческом баскетболе, но он каждое утро приходил в мой зал, и в 6 утра, когда все спали, он делал 500 тренировочных бросков перед школой. Поэтому он Тейтум. Рассказывается там также о лидере Майами Батлере. То, ну, такой прикольный чудак, играет круто. И он говорит, я настраиваюсь на игры через игру с папой в домино. Папа живет с ним, и они играют в домино. Это логическая игра. Я вообще не понимаю, как играть в домино. Ну, моим математической... Не математического склада ум у меня. Хотя враги скажут, то у тебя вообще ума нет. Рассказывается о Лейбране Джеймсе. 21 год карьеры. Как он следит за мышцами сколько он тратит на массажиста, на физиологов. И 21 игрок год играет на топ уровне в НБА. Он уже или 4, или 5 раз выиграл персень. Уникальный игрок. Рассказывается также об Энтони Эдвардсе из Миннесоты. В общем, когда был драфт, перед этим умерла от онкологии его мать и бабушка. И он с портретами этих двух женщин сидел. И получается, вся семья осталась на сестре. Сестра бросила школу, и кормила их, чтобы они не умерли с голоду. И сейчас этот Энтони Эдвардс Муравей кормит всю семью. Ну, сестры такие толстые, пухлышки. И рассказывается также о сыне Сабониса. Помните, был Айрвида Сабонис, знаменитый в СССР. Он там все выиграл, все, что можно. За Жальгерес. И, и за Портленд играл. И сын Сабониса сейчас лидер Сакрамента топ игрок, я и даже не ожидал, что он один из самых худших игроков NBA, прикольный парень, и другие сыновья Сабониса тоже на приличном уровне играют, но этот вообще мега. Из большого спорта ушел Надаль, Рафаэль Надаль, я помню его дядю играл в Барселоне центрального полузащитника, ну великий игрок, много преподарил прекрасных моментов, король всех покрытий, это через четырехкортник. Он и на харде играл, и на супреме, и на траве, и на грунте. Классно, я вчера в ОК смотрел Акеева про Париж. Там получается девушка, которая живет в Донецке, в Париже. Она общается с элитой Парижа всей и знает все вот эти нюансы светской жизни Парижа. И водила эту Еву по этим местам. Ну, в двух словах. Париж, девиз основной Парижа, ребята, мы все равны, хватит выделываться. Там ее друг, например, вчера кушал с Ди Каприо, и девушка говорит, а ты сделал хоть фотку? Он говорит, я, ну, ты что? Типа, это правило по ходу. Но он кушает, я ему не должен мешать. Ну, Ди Каприо, то и Ди Каприо рассказывает о том, как ну, в маленьком кафе, оно такое незрачное, но туда ходят звезды пить кофе. И пришла звезда кино Изабеля Джани. И помощник этого Бористы говорит, мы откроемся только в 8.15. Она пришла по пол восьмого. Она приходит в 8.10, говорит, я же вам сказал в 8.15 прийти. И она потом дает карточку рассчитаться, и там написано Изабеля Джани. Он говорит, мне так неудобно стало, что я такой грубиян. Но они такие снобы. Ну, звезда кино, это и звезда кино. И ей это ж, Ева говорит, а можете, у вас такое прекрасное кафе, но может надо его масштабировать бизнес. А он отвечает, а зачем, мне и так прикольно. Я не стану богатым, но зато я буду счастливым. Говорит, поймите меня правильно. Еще такая у них есть фишка в Париже, что если кофе с молоком, то это должно быть кофе с простым молоком. Они не понимают, как кофе банановое, либо какое-то овсяное кофе, молоко. Именно с обычным молоком. Без всяких модных зекарей. Два или три парижанина проходили, спросили, вы откуда? Они говорят, мы с Украины. И они говорят, я за правду, поэтому я за Украину. Очень парижане поддерживают Украину. Еще есть такое девиз, ты можешь например, с кем-то дружить, а он какой-то предприниматель, то он говорит, я тебя очень уважаю как друга, но я тебе бесплатно ничего не могу сделать. Бесплатно это значит не уважать себя. То есть если он цветочник, флорист, и ты к нему пришел за букетом цветов, он тебе поставит полную цену. <coughs> да, без всяких скидок. Это я должен себя уважать. Дели деликатес парижских ресторанов – как ни странно, вареное яйцо обычное, вкрутую, с майонезом, да. Все, и богачи, и бедные кушают. Я тоже люблю яйцо с майонезом. Наверное, у меня предки и оттуда были. <свят> Пофантазирую. Говорю чуть в нос, извиняюсь, все для вас стараюсь. Хворый. <свят> в общем, показывает там полемика по Фуа фуагра, это же из печени птички. И говорят бабушке одной, что это аж антигуманно а так птицу э, кормить. А бабушка говорит, а бабушку не жалко, я всю жизнь с детства ела фуагру. Поэтому это традиция. Если вы говорите гарсон, это в переводе с французского мальчик. А многие официанты всю жизнь работают, ему может быть 55 лет, 60. То гарсон это оскорбление, поэтому не надо это говорить. Такая фишка, если вот вода в холодильнике стоит и в упаковке. В упаковке она будет стоить 2 доллара бутылка, а в холодильнике поштучно она будет стоить 4 доллара, 4 евро. Потому что она охлаждена. Пюре по-французски это 50% картошки и 50% масла. 50 на 50. И у них нет такого понятия торт Наполеон. Его нет вообще в природе. по Парижу заканчиваю. Смотрю там НХЛ, у россиян есть такой звезда вратарь, их Нью-Йорк Рейнджерс, Шестеркин. Ему предложили на 8 лет 11 миллионов в год, он сказал, что это мало. Я бы на месте американцев бы отправил Шестеркина обратно в Россию. Человек ходил по магазинам, которые для туризма в Нью-Йорке, шикарные магазины, их много то у них есть даже такое понятие у туристов ручной унитаз. То есть ты покакал и с собой несешь в этом чемодане какашки. <coughs> Но у нас такого нет. Мы удобряем. <coughs> Главное с собой носить важные салфетки. На войне это офигенная штука. Вологи салфетки. По две носил в боковых карманах. Так, слушал передачу знаменитого друга Украины, хотел сказать Россия, Говорка по Фрейду Киселева, агента КГБ. И он с, с другим общался агентом КГБ СССР. Ну, там одни КГБ, же у него в интервью сидят, то они рассказывали, про был такой перебежчик знаменитый разведчик украинскими корнями Насенко. Он убежал в США. И он убежал с серьезными данными. Он, например, рассказал о том, что 42 датчика стоит в стенах посольства США, прослушивает вас. Ему американцы не верили и два года его пытали. И он, кстати, важные данные дал по Освальду, по теме Кеннеди. И он был под пытками два года, да. А потом в одиночной камере. А потом его выпустили, сказали, что ты нормальный. Заплатили ему 137 тысяч долларов компенсации за пытки и устроили на службу в СРУ. Ну и также, слушал там тему, обсуждалось, что Столтенберг, который был в НАТО, он, оказывается, близкий друг с детства Грушко, а Грушко это зам Лаврова, а папа Грушко, украинец, был один из первых лиц КГБ ССР, начальник Швейца. Ну там же украинцев было тонны. И после Грушко был тоже с уроженец с Кировоградской области. Э -э без него там и муха не летала в этом КГБ СССР. Ну, видите, сколько у нас было замечательных людей. И Грушко с, -с, с молодости дружили со Столтенбергом. Видите, один зам Путина по МИДу, а другой первое лицо в НАТО, а мы у них просим какое-то вооружение. А он говорит, я всем сердцем с вами, но дать ничего не могу. И заканчивая я вот этот же фильм про NBA. И там получается перед сезоном есть специальный турнир, в котором NBA победителям дает каждому игроку по 500 тысяч долларов. И в команде Лос-Анджелес Лейкерс есть Леброн, который получает сотни миллионов. А есть молодые игроки, которые студенты еще ни разу в жизни денег не видели. И Леброн говорит, пацаны, вы без денег. Давайте соберемся, я помогу вам выиграть турнир пошли за этим чертовым баблом, чтобы у вас в карманах появились первые денежки. Ну а так, в принципе, все. Всем хорошего дня. Старался для вас, как всегда. <ферен pussycat> <серен> Верим наикраще.